この二人が。本当にロザリアって何でもできるわよね。特別教育の賜物かしら。さすがカタルヘナ家ね。大変じゃない？光栄なことだと受け止めているわ。そういうところが名門なのよね。もっと自慢してもいいのにね。いいお天気ですこと。きっと女王陛下が私たちの幸せを祈っていてくださるからね。嫌な風が吹き始めたわね。どこか寄っていく？私、パフェ食べたいな。始まってしまった。早くしなければ。やはりこの子たちが宇宙を救う二人の少女。Hey, приветствую, дорогие друзья, с вами Ангрей, надеюсь, что сегодня, а точнее даже уверен, станет чуточку теплее и светлее с игрой Angelique Duet. И что вас может удивить, это что это игра от компании Koei, не про историю, made in Japan, между прочим, откуда он к нам приехал, Вован. По ощущению, какая-то будто бы богиня хочет призвать какую-то девочку. И нам дали выбор между двух. Какая-то светловолосая. И еще одна голубоволосая. Игра выходила эксклюзивно для японского рынка, поэтому мы можем познакомиться с вами с японской собственной версией, что мы и сделаем. Ознакомимся с игрой, посмотрим, какая она была, на ее визуал, на боевую систему, если она была. Ну, вроде бы это, если не ошибаюсь, был жанр-симулятор жизни у этой игры. Поэтому здесь, скорее всего, боевки как таковой не будет. Судя по всему, нам зачем-то дали выбрать имя. Знак зодиака. Ну, пускай будет вот это. Группа крови. На рукаве. そうではないか。
два красивых персонажа между собой о чем-то поспорили. Но я так думаю, что эта игра, скорее всего, даже для девочек. Возможно, как раз вот эти вот выстроенные в ряд парни, это любовные интересы будут наших героинь, которые, сердца которых мы должны будем завоевывать. Ну, как-то пока что это странно выглядит. Если не ошибаюсь, в Японии это называлось как симулятор свиданий. Ну да, я же говорю, какие-то пацаны. Пацаны, молодые люди. На любой вкус и цвет. Так как волосы у всех разноцветные, нам так понимаю, представляют по чуть-чуть этих персонажей, да-да-да. Юный златовласый пацан. Пока что остальные были постарше его, а вот сам он самый юный. Ну, тот тоже юный, но чуть старше златовласого. Короче, на любой девичий вкус. Все красавцы, как на подбор. Стройные и так далее. Эбаджоскен. Камбаротто. Да, вот, собственно, нам их представляют. Жаль, что это пропустить нельзя, потому что, ну, блин. Светловолосый с красными глазами. Но очевидно, что парень очень буйный. Это более такой спокойный, рассудительный, вероятно. Носит серьги, возможно, пират. Либо же... исследователь пещер. Ну или как минимум он предоставляет пещеру для исследований. Я так понимаю, последний останется. Ах. Чего, блядь? Ну, последний-то персонаж не то, что предоставляет пещеры, он там, там, не знаю, постоянный вход. Это, короче, мужик с помадой и прочим. Я, кстати, не удивлен, что они с друг другом там общаются. Господи. А так понимаю, это будет глав... вот это вот будет главная подруга нашей героини. Какой кошмар. Ну да, нам его вроде даже как и не представили, если я не ошибаюсь. Так, не, ну в новой игре будет геймплей, нам показывают некие материки, как минимум. Опять дают что-то выбрать. Что непонятно, что-то мы назвать смогли. Это пацан. Нам что-то рассказывает. Или, может быть, даже это некое задание нам выдает самое первое в игре. Поэтому героиня у нас живет на острове летающем. Ну, почему бы и нет, летать в облаках? Не запретишь. Знакомят с комнатой, очевидно, довольно важное место. Ну, по сути, эти лайв-симуляторы японские, это супер упрощенные версии игры The Sims. Так, мы выбираем, не понимаю, кто или что. Непонятно. Типа мы выбираем, с кем встретиться, да. Все они сидят здесь. Ну, я же говорю, это симулятор свиданий-симулятор, не знаю, жизни героини. Да, все они сидят за столом, не пойми, что они там делают.
Зачем, правда, нам... Как бы с одним познакомила и хрен бы с ним. Да зачем с каждым-то? Разволосый. Будь тебе в сраку. Чудом. Чудом. Совсем шлибу. Давай это. Ну, пожалуйста, хватит. Это терпеть. Ага. Гадалка гребаная. Ну, понятно все с тобой. Вижу, будет у тебя мужик. Но, судя по харям здешних мужиков, у них уже своих хватает. Поэтому здесь тебе ловить нечего, пиздуй отседова. Господи, карась местный. Какой кошмар. Что теперь происходит? Полетели летать по миру? Рыба, какого хуя? Мы ж летаем! Как ты-то на этом завязан? Или серьезно, через него можно полетать по миру, я так понимаю, охренеть. Так, что в палатке? Еще одна рыба. Почему бы, собственно говоря, и нет? Она нам показывает какую-то статистику. Возможно, взаимоотношения. О! Пещероход! Здорово! Сколько сегодня, так сказать, туристов было? Ну, судя по улыбке, достаточно. Доволен, доволен, чертилка. Ах, блин. А можно? Хватит. Я устал. Даже игра не началась, а я уже не могу просто. Точнее, как игра началась, но не началась. Опять ты, предсказательница хренова. Ты можешь поставить у фонтана, да тебе похлебалу дам, этом фонтане утоплю, блядь. Дай мне уже хоть что-нибудь в этой гребаной игре сделать. Серьезно, еще ебаное озеро есть, твою мать. Вот откуда вы этих людокарасей-то набрали. Здесь выловили, да? А здесь этот обитает. Так он рыбак у нас получается. Да сколько ж тут гребаных локаций. Мы в особняке, что ли, серьезно еще не были? Твою мать. А что тут? Или точнее, кто тут оби... А, нет. Мы отсюда пришли. Волосы какого-то хера приперся. Красная головка. Что происходит? Я так понимаю, тут что-то пишут, типа, что в дальнейшем игрок должен делать. Здесь должна захмутать пацанов. И стать великой женщиной. Я не знаю, в чем... Просто захмутать должна. Так этот кого-то хера приперся. Ой, идите в жопу! Просто идите в жопу! Как вы докопались до какой-то парочки, блин? Вообще делать нехрен. Женщине подошли. Тут много выборов, я так понимаю, можно делать в общении. Это либо пробное свидание, либо что это? Вот, кстати, чем-то он был недоволен. Серьезно?
Это прям реально как в куклы игра. Для девочек. Вот это твой парень. Ты можешь с ним попить чаю. Особенно если он скажет, хочу чаю, аж кончаю. Что? Тут, видимо, можно... Да, можно было мелодию поменять. Тут, возможно, какие-то новые наряды будут. Что тут у нас? Я ж помню, нам это представляли. Опять же, что-то на вроде статистики. Блин, ты подходишь к каждому и даже ничего не нажимаешь, а сразу автоматом втыкаешься. Выход как-то странно. Гля, кого мы встретили. Ну давай, не знаю, к этому пойдем. Ну в целом все, наконец-то я могу... Мы можем успокоиться наконец-то. С этой игрой. Ну что ж, друзья, вот такая вот игрулина. О чем-то мы с ним потриндели, может быть, договорились о свиданке. Хотя, по-моему, знаете, в принципе, все должно быть просто. Как бы она говорит, понимает платье, говорит, you see this vagina, if you need this, и, то как бы пошли за мной, и все. Знаете, как терминатор. Можете поставить лайк, сделать комментарий. Если все-таки есть какие-то микролюбители игр компании Koei у нас в стране, то, конечно, вот это... Хотя, не, ну, девушек, я думаю, эта игра бы... Даже сейчас вот эту вот игру выпустить на мобилках, сделать четче текстуры, не такие замыленные, потому что сейчас инди-то процветает у нас. По сути, даже сейчас на этой игре можно было бы неплохо зарабатывать же девушки, потому что... Что-то подобного на рынке, по сути, сейчас, ну, именно в России вообще не вижу. Мне кажется, ну, женщины бы прям, ну, женщины, девушки, эта игра понравилась бы. Так что это Грааль своеобразный такой, спящий хит, скажем так. А я вам желаю счастья, здоровья, любить себя, любить своих близких. Постарайтесь хоть чуть-чуть полюбить людей вокруг вас. Потому что, как ни крути, наша жизнь друг от друга зависит. И это мини-задание. Завтра, когда вы проснетесь, обязательно, друзья, улыбнетесь и подумайте, что вас обязательно посетит какой-нибудь хороший человек. И будет у вас с ним интересное взаимоотношение. На этом всем спасибо и до новых встреч в следующих прохождениях. Пока-пока.